Всем привет, дамы и господа, с вами Silent Tip, и в этом видео я расскажу вам, как найти повторяющиеся дубликаты картинок на вашем компьютере. Если вы, допустим, занимаетесь фотографией, то наверняка у вас на компьютере скопилась прорва повторяющихся снимков, которые понапрасну занимают лишнее место в памяти вашего компьютера. Понятно, что вручную искать повторы изображений – это та еще задачка, ведь при этом самом ручном поиске нужно постоянно в уме держать все просмотренные ранее картинки. А это крайне непросто, особенно если число картинок исчисляется тысячами. Поэтому, чтобы не насиловать свой мозг, советую вам воспользоваться такой программой, как XNView. Она поможет вам избавиться от дубликатов картинок, оставить только единичные экземпляры и немного очистить память вашего компьютера. Программа XNView бесплатна. Скачать ее вы можете с официального сайта по этой ссылке. Ссылка также продублирована в описании под видео. Покажу вам, как скачать XNView. Значит, вот так на конец 2018 года выглядит официальный сайт XNView. Он на английском языке. К счастью, сама программа на русском. Нажимаем в верхнем меню на пункт «Десктоп». И тут два верхних пункта отвечают за две версии XNView. Версия XNView MP – это современная версия с измененным интерфейсом. Я собираюсь скачивать именно ее, поэтому нажимаю на эту ссылку. Тут опускаюсь вниз страницы. Внизу страницы обнаруживается прайс-лист. Для компаний эта программа стоит денег. Для обычных пользователей и их домашних компьютеров цена равна нулю. Сразу под прайс-листом будут ссылки на загрузку. Как видите, есть тут установочные файлы для Windows, Apple macOS и Linux. Вот это ссылки для загрузки установочного файла XNView под Windows. Нажмите на одну из них. Если у вас 32-битный Windows, то скачивайте 32-битную версию. Если же 64-битный Windows, то скачивайте 64-битную версию. Также ниже есть ссылки на портативные версии программы XNView MP. Эти версии не нужно устанавливать, они запускаются сразу из папки. Итак, XNView MP я скачал и установил. Запускаю программу. Вот у меня тут как раз открыта папка с зимними фотографиями. В этой папке всего 25 картинок и нет ни одного повтора. Для демонстрации работы программы мне нужно искусственно создать повторы картинок. Кликаю правой кнопкой мыши по первой попавшейся картинке и копирую ее. Через клавишу F2 переименовываю картинку. Теперь у меня в этой папке есть две совершенно одинаковые картинки. Давайте добавлю еще одну копию картинки, но на этот раз с небольшими правками, дабы усложнить процесс поиска дубликатов. Допустим, это будет вот эта зимняя лавочка. Открываю эту фотографию в Photoshop и наклоняю всю фотографию в бок. Вот что стало с фотографией. А вот так она выглядела до наклона. По идее, это уже две разных фотографии, и алгоритм поиска дубликатов должен будет тут спасовать. Но не тут-то было. XNView умеет искать даже частично похожие дубликаты изображений. Так что алгоритм XNView не обмануть. Покажу вам наглядно, как он работает. Сохраняю эту измененную фотографию лавочки в ту же папку. Для начала поиска дубликатов нажимаю вверху «Инструменты», «Найти похожие файлы». Появится вот такое простое окно с настройками. В верхнем разделе автоматически выберется та папка, в которой вы сейчас находитесь. Вы можете сюда добавить еще несколько папок и тем самым производить поиск дубликатов в содержимом сразу нескольких папок. Ниже выберите тип поиска дубликатов. Их всего три. Поиск по имени файлов, поиск по данным, зашитым внутрь фотографии, ну и третий, самый интересный, машинное зрение, анализирующее картинку. Вот его-то я и выберу. В этом типе поиска есть полоска с процентным значением. Крайнее положение вправо,
означает, что будут искаться только дубликаты, совпадающие на 100%. Малейшая черная точечка на одном из дубликатов уже будет значить, что это не дубликаты, а две разные картинки. Крайнее положение влево создаст полный хаос в работе алгоритма распознавания. И картинки, которые вообще друг на друга не похожи, будут помечаться как дубликаты. Поэтому ниже 50% я вам опускаться не советую. Золотая середина находится где-то в промежутке между 60% и 90%. Для начала установлю ползунок на 98%. Нажимаю ОК для начала поиска. Как и ожидалось, нашлись две хвойных ветки. Это два совершенно одинаковых снимка. Они ничем не отличаются друг от друга. Скамейка была пропущена, потому как два снимка скамейки немного отличаются друг от друга. Вы можете увеличить размер этого окошка и рассмотреть найденные дубликаты. Действительно ли они схожи? Если захотите удалить один из дубликатов, нажмите на красный крест под картинкой. Теперь давайте сделаю повторный поиск, но на этот раз с другими параметрами. Устанавливаю ползунок на отметку 60%. И вот теперь-таки две одинаковые лавочки нашлись. Несмотря на то, что одна из лавочек наклонена, программа все равно нашла устойчивую связь между этими двумя картинками. На этом у меня все. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как можно найти повторяющиеся картинки на вашем компьютере. Если интересно, то вы можете посмотреть другие обучающие ролики, которые уже вышли на моем канале. Например, видео о том, как увеличить размер и улучшить качество изображения, или видео о том, как автоматически из черно-белого фото сделать цветное. Желаю успехов в вашей творческой работе!